Hold up. И всем привет, это Салон, как всегда, я Кимон, 4491, и сегодня мы с вами, как всегда, будем играть в Стану. Но я постараюсь сейчас разносить ногу, поскольку я включил себе 120 FPS, и также вот этот видео новый прицел. Ну давайте попробуем сыграть со мной еще. Слышите, вот со мной еще кошечка мурлыкает. Слышите, да? Ну все, Федик, не мешай. Ну, собственно, давайте начнем. Играем в союзники, собственно. Ну, как видите, у меня тут 120 FPS. Собственно, смотрите. И этот аим, этот прицел. Ну, блин, это у меня пинг. Это уже пинг у меня, да? Да, видите? Блин, меня убили, конечно, но... Ну, конечно, он уже... Ну да, конечно. У него вроде пир.
Все-таки тогда маршала. Кашлю. Или я не заболел. В смысле? Да блин. Не получилось. Да блин, да.
в смысле? То есть... Я понимаю. Но на этом наш ролик не заканчивается. И я еще раз вам повторюсь, пишите комментарии и пишите вопросики, потому что я проведу такой ролик, где мы с вами сделаем, где я буду отвечать на ваши собственные вопросы. Потому вы что, ну как не очень. Вы идете и читать комментарии. Вы что, не слаблите ролики? А надо. Надо. Собственно, давайте возьмем название. Сделаем так. Опять возьмем союзники. Ребята, у нас надеюсь будет не такой огромный пинг, потому что он пипец какой-то. Так-то я нормально играю. Да в смысле? Ну, видите, я ему 4 пули всадил.
Ну, на этом мы с вами, пожалуй, ролик будем заканчивать. Если он вам понравился, обязательно ставьте лайк. Всем удачи, всем спасибо за просмотр и всем пока. Фармим опыт, я на опыте, не скромный белый бумер, вагонетка, черный убер. Фармим опыт, я на опыте, не скромный белый бумер, вагонетка, черный убер.